Волейболисты «Газпром Югры» провели последний домашний матч этого года с командой «Динамо» из Ленинградской области. Первые две партии остались за сургутянами. Казалось, что газовики уже могут записать себе в актив победу, но у динамовцев были свои планы. Они виртуозно перевели игру на тайбрейк и успешно завершили его в свою пользу. 3-2. Спортсмены из Ленобласти празднуют первую в сезоне победу в пятисетевом матче. Тренерский штаб «Газпром Югры» продолжает работу над ошибками своей команды. Можно сейчас хоть на что, да, найти какую-то причину и сказать, я так устал. Ну, всякие спортсмены, всякие люди, да, иногда уставали, но находили себе резервы. Это же мы знаем, да, на наших примерах вообще, из многих жизненных опытов, да, когда люди подымались и шли дальше. Причем покоряли такие вершины и все это прочее. Так что здесь чисто психология, мое мнение. Не смогли собраться, не смогли. Значит, мы еще как коллектив пока не готовы. Тот, который может побеждать, покорять, идти.